Сегодня у нас утро перед богослужением, воскресный день, 7 июля. Сейчас вот. Ну вот вдоль берега тут, где высокая трава, главное подшибать ее. Да, тут можно вообще весь берег пойти, тут стоять будут как раз, вот где палатка сейчас. Угу. Стоять люди будут. Вот в первую очередь кол. В одну сторону 10 метров и в другую 10 метров. И 10 метров также в глубину. Все, брат, помогай ему это. Кол расправлять, там одному-то сложно. Сережа, достань колышки, а? Из машины. Я развернусь. Фу. Колышки из машины достань, пожалуйста. Сиди. Я тебе вот так буду подавать потихоньку. Сидеть! Сразу реагирует моментально. Когда не будешь получать. Понял? Чемпион России, послушание 0. Послушание выше поста и молитвы. Возгордился, Сергей Павлович. Возгордился. Сидеть. Топорик достали? Топорик достали здесь? Посмотри. Топорик. Да. Володь, в каком месте? Или достали? Где вот он скашивает, там? Ну почему вот здесь, вот в этом месте устанавливаете, вот здесь вот? Чтоб скупили было с правой и с левой стороны стояло две палатки. Вы сейчас подводите центральное, правильно? Да, центральное, да. А это, вот это внизу, да? А нет, это... Не, наоборот, да, вверх ее. Там залазить надо под нее. И сразу эти 4 колья надо устанавливать. Тоже залазить. Там вдвоем, втроем надо. Давай. Давай, поснимай. Веревочки и вот эти маленькие колышки подбивать сразу. Натягивать веревки и А верный выше, чем врага. Топорик, говорит, волны там. Нет. А там веревка, она должна упираться. Да, ну,
пищим. Мне хочется, говорит, схватить колышек зубками и помочь. Вон что. Я думаю, что пищит. И прыгнуть в воду и вот туда его. Ау, умница хорошая. Урагаша. А, урагаша. Ух, они работают, а тебе не дают, не да? Дают. Он до работы жоркий. Жоркий. Вот. Ему надо Виталий Калиникова у него поучиться. Вот, да. Он хочет до работать. Работы всегда. Жоркий. Да, верно. Верно тоже, до работы жоркий. Но он не такой, как бы это. Помнишь, как этот Зинудинов-то? Работать хочу. Да. Работать. Работать хочу. Это при мне было. Работать хочу. Сейчас что-то это, Игнатий Игнатьевич молится там о них. Зинудинов. Что-то говорит, такое воспитание, говорит, просто. Никудышнее. А ну, вот эта примета, если росы нету, значит дождик будет, да? Или не всегда такое? Ну, слушай, я сколько отработал в тайге, никаких примет не выработал вообще. Угу. Их нету, этих примет. Уже не существует. А ты, брат, кого еще с собой ведешь? К сожалению, не помню имя. Братья! А с Кемерово брата как звать, а? Когда он приехал? Юрий Кадушкин. А, Юрий. А кроме него еще кого? Юрий и Дима едут. А это Нестор там. Ну, пацанов, да. Я Енафа. Енафа сейчас уедет. С Аленой. Она болеет. Я уговорил еще на пару дней остаться. Чтобы нам тут, ну, одним побыть. Ребят? Ну да, чтобы покупаться ребятам еще. Пора. Порыбачим. Тем более рыбалка-то идет, ой-ой-ой. Мы можем просто мордушки забрасывать и сидеть ждать. Подождал вас, мордушку достал, там уже больше, чем ты на удочку дал. А жмыху-то хватит? А можно сухарики? Есть сухарики? А ты жмых где брал? Ну все. Жмых в магазине, который рядом со мной, рыболовном. Там его вот так вот, горы стояли, я на выбор. Она говорит, какая рыба там будет? Я говорю, карась. Она, вот. Один, короче... Кукуруза растительное масло, а другой кукуруза с чесноком. А вы туда на Рышевский увезли карасей, да? Да. Сколько? Там можно рыбачить. Ну там такие карасики, самые большие такие. Ну такие, угу. Такие вот. И три ведра. А таких уже, которых на еду можно? На еду вот такие были. Сколько уже поймали их таких? Сколько вот на еду вот таких, да. Карасей? Ну, с ведерка, наверное, где-то 5-литровая. В мордушке? Нет, почему? На... Бреднем. А, бреднем, да? Мы сейчас вот здесь вот ловим, уже где-то 300 гальянов поймали. На мордушке. Вот. На одну мордушку поймали где-то штук 200, и вчера еще 100. На две мордушки сразу. Может, и больше даже не считаем. Они... А бреднем перестали, что? А бреднем два раза запустили. Первый раз вытащили... Где-то, ну, пару мешков. А второй раз где-то, наверное, полмешка всего. Ну и все, прекратили. Говорит, ну все. А они потом ушли на глубину. Там идти-то надо по ложку по самому залитому. А там дальше озерцо, которое было, там уже глубоко, там покрышкой будет. Там не пройдешь. И они туда просто уже скатились все. А сейчас можно еще раз пройти, опять будет. Какую-то травку живет, Сережа. Гляди, верный, какую-то травку нашел. Ну, это вот ихняя травка, вот эта вот. Причем я вижу, они не везде ее находят. Витамины. А потом вот так делают.
Да, это очищение желудка. Обалдеть. У нас такого нету. Попробуй. Траву я пробовал. Вот там они что-то ищут, я смотрю обкусанную, беру, жую, а она такая жесткая. И с такими как ребрышками какими-то. Невероятно тяжело. Кушай, кушай, козлик. Кушай мой козлик сладкий. Котик. Козлик. Травку. Нравится тебе собаки большие. А что у него ухо погрызено? Это верный? Это ему верный вкусил. Ничего себе. Вот. Кричал сильно, да? Не, не кричал. Не кричал даже. Боила и собаки. Выпросил ураган. Все время. Ты не забыл, что я старше тебя? Он говорит, не забыл. Не забыл. На тебе, на память. На память. Я всегда помню, что ты мне старше. Не ты почит... такую рисунку классную сделал за две штуки. Угу. Ну это, если бы, допустим, они у тебя были без как они, не дрессированные, ты бы их так не провел. Они бы тебя запутали вокруг. Я пытался двоих вести, недрессированных. Одна маленькая чихуашка, другая карамелька. Но... Так их невозможно вести. Вот так вот переплетаются все. Так я еще тут у меня вертляк был. И она когда переплетается, она так вот вертится. А что ты его? Я забыл его. А, ясно. Вертляк-то вообще с ним хорошо. Или они ходят по кругу. Вот так получше будет. Ты коси как косой, а не как клюшкой. Там вот эти бутылки надо это будет куда-то убрать сейчас. Володь! А там бутылки 5-литровые две лежат. Это что, поплавки для мордушки, Володь? А? Там поплавки эти, две бутылки лежат. 5-литровые. Не мордушки, а это не наши. Не наши? Ну их убрать, наверное, оттуда туда, да, к мордушку. Чтоб они... А их раздавить тут могут, наверное. А, ты имеешь их из раздевалки? Ну они вот прям на дороге вот здесь это. По дороге от раздевалки к палатке. Володя, там где вы ставите палатку, и чуть ниже, там дыра такая большая. Туда что-то провалиться может. Где? Ну так. А вот посмотри, дыра такая идет. Щель большая и дыра. Отдашь его. Нет. Нет, так это вон там. Да. Не, там не провалится. А где эта дыра? Вот она. Надо какую-то палку поставить. Вот это да. Ого. Верно? Ищи. Где эндатора? Да, ищи. Верно? Нюхай. Ищи. О, где-то вон, рой ее. Че, нет, ушла? Ух, она. Нарыло тут. Вовка! Продолжение следует...
Все, Володь, я выключаю. Давай, выключай.